Привет, друзья! Сейчас я покажу вам классный риф на гитаре, который требует широкой растяжки. Мы будем играть его в пониженном строе, дроп Б. Этот риф состоит из двух частей. Здесь используется прием палм-мьютинг. Глушение правой ладонью. Обозначается в табулатуре крестиком. На длинных нотах исполняем вибрацию. Сыграю медленно первую часть. Во второй части довольно сложный синкопированный ритм. Начинаем играть из-за такта на третью долю. Раз, два. Обратите внимание, что в десятом такте первые три ноты приглушаются, а четвертую глушить уже не нужно. И в конце рифа играем тритоны восходящим движением. Тритон – это музыкальный интервал, имеющий зловещее звучание. И в конце рифа делаем слайд на четвертую долю. Раз, два, три. Сыграю вторую часть медленно. Раз, два. На этом все. Подписывайтесь на мой канал Metal Lessons, посвященный урокам по металлу. Ссылку вы сможете найти у меня на странице ВКонтакте. Подписан я, Александр Маринчук. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.